Всем привет! Меня зовут Баринов Юрий. Пришло время нового видеоотчета о концерте. Крайний концерт проходил 29 сентября в клубе «Манхэттен», город Санкт-Петербург. Подвожу некоторые итоги. Очень порадовал поэт Илюха Шишкин. Реально повысился уровень человека. Стихи стали более уверенными, темы стали более разнообразными. Все только улучшается и улучшается. Второе, группа «Последний ряд». Замечательные ребята, уже сыгравшийся коллектив, каждый раз не перестают радовать. Кот Дивуар, для меня это вообще было открытие, увидеть, как этот человек работает на сцене и выступает. Очень самобытный артист, больше мне тут нечего сказать, очень самобытен. Помимо замечательных моментов, которые я отметил в данном выступлении, есть еще моменты, которые я могу характеризовать как отрицательные. На протяжении всего выступления никакими средствами не удалось избавиться от фона в мониторах. Это дико раздражало. Никак не получилось у товарища звукаря справиться с этой проблемой. В первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Но очень рады тем, кто все-таки пришел, кто в этом азарте и кураже с нами побывал, кто поддержал нас в этот вечер. Концерт прошел, готовимся к следующим. Все, братцы, счастливо, не унывайте, до связи, скоро будут новые отчеты. Пока. Белый порошок лишь для того, чтоб делать хорошо, но у кого-то вызывает шок, и в пятки может улететь душа. И жизнь нехороша, и жить нехорошо. Скажите, что еще вас вынуждает не покончить счет? Вы не настоящие, все время куда-то спешащие. Люди забытой земли, люди забытой земли. Вам много себя самих, но вам же себя не остановить. Люди забытой земли, люди забытой земли. Вы не настоящие, все время куда-то спешащие. Люди забытой земли, люди забытой земли. Вам много себя самих, но вам же себя не остановить. Люди забытой земли, люди забытой земли. Трудно спать, когда не знаешь роль свою, когда тебе поют, но в песнях нету ни уюта, ни тепла.